Привет, дорогие друзья! Сегодня с вами. Давайте посмотрим сегодня, как можно поучаствовать в проекте Manta Network. Рассмотрим направление для возможного участия. Итак, первое направление, которое мы можем здесь посмотреть, на GitHub Manta есть два раздела, которые касаются грантов. Open Grant Program и General, по-моему, называется, да, General Grants Program, но, как мы видим, это форкнутый просто раздел W3F, то есть это от Web3 Foundation гранты. То есть не от самой Манты, то есть и что касается и первого, и второго раздела, то есть Open Grant Program, да, начальная стадия. И если мы тут посмотрим повнимательнее, что здесь, то есть это не гранты от Манты. Возможно, в будущем здесь будут какие-то изменения, потому что следует сказать, что Манта только находится в начале, ну, в стадии строительства, и ближе только к концу года мы будем видеть участие, например, Манты в качестве парачейна и тестнеты, майнеты. Следующее направление участия Jobs, попробовать себя в роли члена команды, причем здесь есть как вакансии, связанные непосредственно с разработкой, и имеют люди зарплату, кстати, 130-150, но это годовая зарплата, видимо. Фронтенд, комьюнити менеджер, и есть интересная такая штука — create your own role, то есть можно сделать самим собственную роль, то есть ту, которую вы можете предложить проекту, и за это получите вознаграждение в токенах. Ну, так, резюме что здесь нужно указать, о себе рассказать, и, ну, здесь должен быть, да, какой-то у вас определенный концепт, что предложить проекту. Ну ладно, давайте перейдем к более таким вещам, которые, возможно, поучаствовать прямо сейчас, не отходя от долгой кассы. Это программа монталорцев, программа амбассадоров Manta Network, называется именно так. Совсем недавно она была выпущена. Не сказать, что она пока полностью обкатанная, только идет начальная стадия ее разработки, но общий концепт, в принципе, мы можем посмотреть уже сейчас. Лидер, структура рангов в амбассадорском сообществе, такая лид, это, то есть, представитель команды уже, я думаю, региональные командиры. То у нас здесь несколько региональных командиров, российских, там, индийских, китайских по региону. И начинаем мы вот с этого ранга, с рядового, и повышаемся дальше до капралов, сержантов и старших сержантов. И, соответственно, у этих рангов есть бонусы в подсчете баллов. То есть коэффициент 1, когда вы рядовой, когда вы выполняете роль рядового, а это у нас, кстати, здесь было. Вот, да, вот, кстати, да. Получается, 100 первых очков вы набираете, повышаетесь до
старшего, ну, рядового первого класса. Когда вы набираете 500 очков, повышаетесь до капрала, и у вас уже будет коэффициент полуторный. Плюс 50%. Например, вы сделали задание, за которое вам полагается 200 очков. Если вы находитесь в ранге капрала, вы получаете 300 очков вместо 200. И таким образом последняя стадия — это старший сержант. И на этом компания не заканчивается, вы продолжаете участвовать, контрибьютить в ранге старших сержантов до окончания. То есть, ну, вообще говорили, что эта компания не закончится никогда. Ну, то есть, когда Manta Network будет работать, эта программа уже будет продолжать свое существование. Так, ну вот, как мы говорили, лид — это Альбиона. Ну и какие у нас здесь есть активности? Ну, начиная с самых маленьких очков, это Twitter, лайк и цитируемый твит. Довольно простое задание относительно. Ну и, соответственно, чем больше очков предлагается задание, тем оно сложнее. Мем — дальше 5 очков тегнуть Manta Network и поделиться им в Твиттере. Сделать перевод. Для переводов у нас есть, по-моему, отдельная таблица. Сейчас попробуем показать. Да, для переводов, чтобы они не повторялись, чтобы они не... чтобы не девальвировать их качество, чтобы не выполнять одну и ту же работу несколько раз. Есть специальные такие таблицы по разным языкам. Перевод документации, перевод публикации в медиуме, перевод, наверное, данных сайта, и в которых можно записать себя, свою ссылку и ссылку на перевод, чтобы было это все более-менее цивилизованно. Но мы здесь видим, что за перевод очки не указаны. То есть это будет зависеть от качества вашего перевода в том числе. Следующий тип activity — это content creation. Это может быть блокпост, текстовый, статья, видео, инфографика и так далее. Но здесь тоже не указано примерное количество очков. Будет интересно посмотреть, когда первые работы будут оценены и результаты будут публичными. Будем посмотреть, насколько сильно или хорошо будут оцениваться эти виды активности. Но пока, как я говорю, сейчас амбассадор выполняет задание, и пока результатов нету. Также можно делать особые видите, задания для комьюнити ивентов различных, например, игры, AMA и различные какие-то, наверное, я думаю, тимбилдинг мероприятия и встреча амбассадоров как онлайн, так и офлайн. А, нет, простите. Это, наверное, встреча амбассадоров относится сюда, к комьюнити ивенту. А амбассадор митинг — это запланированные в Дискорде встречи, которые бывают, ну, раз в месяц здесь написано. Насколько я знаю, одна первая встреча уже состоялась в начале июня. Таким образом, за присутствие на этих встречах тоже будут начислять очки, в данном случае их 50. Хочу сказать, что... ну давайте отметим то, что сабмитить мы будем их через Google форму. Простая довольно Google форма. То есть у нас здесь почта, тип activity, который вы делали, и ссылка, и все, простейшая Google форма. Если какие-то есть вопросы по программе, предлагают посмотреть в Дискорде. Да, у нас целый там канал, раздел для амбассадоров есть. Также есть локальные сообщества, как в Дискорде, так и в Телеграме.
В целом, следует сказать, я думаю, что, как я уже сказал, программа только стартовала. Вы можете, если у вас есть желание, присоединяться и участвовать в нем. Всего доброго!